Всем доброго времени суток. И всем привет. С вами Александр и Ната. Продолжаем играть Dark. И топаем потихоньку дальше. Влад продолжает скакать. Ну да, безумно раздражает. Скачет, тут скачет. Вон он. А может он... Интересно, как он портается? Может он... по краям портается, и он будет сидеть все это время. А ты думаешь, он... Пока мы не отключим вот этот свет, он, наверное, на том пятачке и будет сидеть. У него там что, он сверху, ему хорошо. Я думаю, он так и будет. Смотри, там какая здоровая территория. Мне кажется, он так и будет отступать, как... И там автоматов, смотри, сколько. Ну да. Наставили. Я к тому, что вспомним музей Хардинга. То есть мы шли, он постепенно отступал, то есть катсценами, ну так вот. Ну да. Это сопровождалось. Мне кажется, и сейчас то же самое. Ты будешь его поджимать, он будет отступать. Потому что территория большая очень. Да, согласен, скорее всего, так и будет. Но надо этих вынести, я так понимаю. Пока Влад нас не видит. Давай, в общем, так как мы вот сейчас вот перед началом серии предположили сделать, так и сделаем. Сейчас по ходу озвучим. Попробуем. Ну, короче, нам ждать надо, пока они разойдутся. В любом случае. То есть сейчас мы планируем вот этих двоих. Я думаю, сейчас попробовать правого. Так, стоп. Влад. Интересно, а на Влада работает моя способность? А, он даже туда пошел. Давай попробуем. Оп. Гад. Сидит? Подожди, я его не вижу. Успеваешь? Кто-то не увидит? Не знаю. Может увидеть. Сейчас прячемся за этими перилами. Тащи! Что ты там забуксовал где-то? Вот так. Теперь есть несколько вариантов. Насколько я понимаю, мы его либо ловим, когда он идет обратно. Ну, теперь уже ждать, когда он... Либо, смотри, подождать, пока он сюда подойдет, к этой лестнице, и тут его вырубить. А, наверное, ну, даже это будет даже лучше будет. Лучше, да. И безопаснее. Эта игра вообще, конечно, выносит мозг построением тактики. Да, уж на любителей стелса и подумать. Здесь есть где развернуться. Единственное, что вот из-за сейвов, конечно, очень сложно ее на запись играть. Очень сложно. Он только что портнулся. Куда, интересно? Ты не считал, сколько у него точек между портами? А, ну, то есть... вот сейчас это уже третья, по идее. По идее, сейчас должен. Да, слушай, наверное, сейчас должен. Как раз. Придется подождать. Нет. Нет, подожди, наверное, вот это третья тогда. Вот он. Вот он, да. А может быть, он вообще в это... То в одну сторону, то в обратную сторону. Потому что мне показалось, что он иной раз очень быстро здесь появляется. Лазер. А иной раз долго. Раз. Его нет, да? Не вижу пока. Он же меня тут не увидит, я надеюсь. Ты где? Три. Три. Ну все, понятно, четыре точки. По углам, короче, портится. Да, да, по углам. Будем знать, я думаю, нам это еще пригодится не раз. Да? Ну точно, да. Все. Теперь все точно ясно. Так, сейчас, я так понимаю, ты вниз сейчас идешь, да? Нет. Вниз? Ну, почти вниз. Сейчас я этого оттащу. Хотя... А что, пусть он здесь лежит, а кому он мешает? Ну да, пусть лежит, ладно. Главное, на внизу ходячий бы не наткнулся. Сейчас. Да, он сзади вообще, с обратной стороны. А, ну отлично. Рычать? На тебе. Так,
Ну, теперь у меня есть уже, в принципе, план. Ты этого тоже можешь к перилам оттащить. Да я думаю, я его тут сейчас положу. Пусть лежит. Нормально. А, слушай. Эй, нет, не нормально. Там уже оттаскивай, идет. Оттаскивай, оттаскивай. Не пойму. Нет его сейчас. А вдруг сейчас? Может. Нет. Нет. Пронесло. Главное, что потом не попал. Когда обратно пойдешь. Так, хорошо. Так, он проходит мимо. Того. Я вот думаю, может на него сейчас как раз и кинуться. А, вот этого рывком, а того догнать и просто высосать. Ну да. Давай бегом. Он сейчас, по-моему, влево должен повернуться. Я не помню. Да. Ах, кузненький ты мой. Как я тебя давно ждал. И мой тоже. Хорошо. В принципе. Более-менее. Сейчас я засеку его. Вот он. Раз. Считай, короче. Хотя не успею. Хотя нет, не считай пока. Пофигу. Или считай. Два. Раз. Это два уже? Ну ты же мне сказал, ты считай раз. Нет, это раз. Хорошо. Это первый угол, то есть вот. Пустой. Первый пустой угол. Окей. Два. Второй пустой угол. У нас еще есть третий угол, получается. И четвертый уже будет здесь. Так. Три. Три. Теперь ждем. А, слушай, нет, я ошибся. Все-таки ты мне первый раз правильно сказал. Ну да. Первый пустой. Я вот только знаю, что меня смущает. Если тут отключается сигнализация очередная, то... Да, я думаю, можешь не считать. Сейчас я хочу... Я вот видел вот этих вот, и я точно знаю, что их можно спровоцировать. А вот, кстати, и сигнализация. Вот я в прошлый раз, когда ее с той стороны отключал, там потом прибежали охранники. Да, и вот меня очень мучает... А тот момент, что... Может их вообще вниз утащить, да? Фиг их знает, да, вниз или не вниз. Так, сейчас остальные должны прибежать. Ну да. Вот, а теперь уходим туда. И если я правильно помню, то их можно будет довольно тихо попробовать убить. Хотя... Хотя что-то, по-моему, не очень удачно стоят. Нормально, по-моему. Или что там? Еще раз покажи. Ща. Упырь как-то криво. Упырь, сидит. Да, криво сидит. Ну попробуй застанешь его потом. Упыря? У меня два навыка, может быть, получится? Не, не получится. А, стоп, не то. Да, тоже не то. Здесь три надо. Пором. Ну, тогда не знаю. Плана нет. Ну, это я думаю сейчас убивать в любом случае. А, упыря можно оглушить. Ага, точно-точно видит. Отвлечь может его? А работает она? Нормально на таком расстоянии достанет? Попробуй. Их знает. Так, а разница есть, что ты его отвлечешь, что ты его не отвлечешь? Да что вроде оглушишь, нет. Что отвлечешь?
по времени-то? А что-то не работает. У тебя же всего 5 метров там дальность-то. Ну да. А оглушение нам что даст? Я не успею подойти с такого расстояния и прибить его. Охранника? Ну, обоих. 4 секунды всего. Похоже, можно принять отсюда. Ну? У меня нет вариантов тоже. У меня тоже нет вариантов, как его быстренько убрать. Тем более, что я подхожу, он меня уже видит. Странно, мне казалось, что в прошлый раз он спиной сюда стоял. В этот упырь. Вот. Что судьба. Ну, я думаю, что нам сигнализация еще сейчас приключений на пятую точку обеспечит. Бам. Это где отключилось-то, не пойму. Вот слева, я так поняла. Тишина? И наверху, наверное, там, где Влад стоял. Не пойму. А, слушай, вроде тишина. Ну, окей, хорошо. Хорошо, что тишина. Все-таки, может быть, тогда что-то взять. Будучи вампиром, вы способны кратковременно сбивать с толку сразу нескольких врагов. 2 секунды всего. 2 секунды. А что делает, интересно? Оглушает, наверное. Нет? Не знаю, честно говоря. Эх. Ладно. Пока не буду тогда ничего делать. Все, пошли дальше. Где у нас там отключилось-то? Я не совсем просек этот момент. Я тоже не особо предположила, что слева было был проход с ультрафиолетом. И наверху вот там. А, нет, слушай, там не отключилось. Там не отключилось. Значит, два боковых. Зато смотри, показывает туда. Два боковых, значит, отключились. Вот тут слева был один. Вот. И справа, скорее всего, такой же симметричный. Ой. Ай. Это кто еще? Он тот, что ли, наверху, который? Да не нет, знаю. Вроде. Какое еще доминирование? А. Там он внизу еще, ребята. Ага. Ну, допустим, упыря я сниму. Мне кажется, надо снизу подаваться к ним. Там уж смотреть. Ну смотри, упыря, в принципе, без проблем. Верим? Там ходят, мешаются, но. Я думаю, реально. Гадкий Влад. Ты не забудь, что тебе потом еще отпиться надо. Да, нет, упыря я так могу снять. Я пешком. Понимаю. А вот это, вот с этим проблема, которая вертится пока что больше всего. Но вообще, по идее, я его могу тихо убить. А может и не могу. Блин, дилемма. Ладно, давай дальше пробовать по левой стороне, в принципе, пробираться. Что-то их дофига. Слишком много, да. Ай, кто еще? Опять он же. Я говорю, упыря, в принципе, вроде должен нормально убрать. О, как, а кто видит? Влад? Влад. Точно Влад-то? Никого здесь больше нет? Вроде никого. Ой! Ага. Не все так просто. Быстро он вертится, зараза. Я не успею, наверное. Раз, раз. Хотя нет, успею. Подгадать бы.
А второй? Ты знаешь, как-то очень сложное место получается опять. Упырь, Ну да. там еще двое эти. Ой, Влад еще скачет. Не, я думаю, что я сейчас упыря тихо снимаю. На этого... Что-то, по-моему, я уже не успеваю. Вообще в легкую. Продолжаем. В этот раз я дошел сюда более удачно. У меня три навыка. Там, в том месте, где был раньше. А ты можешь показать, в принципе, сейчас тут рядышком стоишь. Ну, ага, тихо, Влад. показать. Покажешь тут с ним. Ага, вот все, свалил. В общем, в том месте, где до этого этот стоял не спиной к нам. Сейчас он стоял спиной, там все очень удобно разложилось. И вот, собственно, еще вот такое место тут, кстати говоря. Да их вообще, по-моему, никак не такая толпа. Что с ними сделаешь? Обходить только. Не знаю, либо наверное. Послушать надо, чтобы они разошлись. Скорее всего, послушать надо, но откуда, то есть, срабатывание идет? Диалога ихнего, я не знаю. Может быть, как-то поближе подобраться, попробовать. Отсюда. А там... А, побежал, побежал, сам сейчас на него. Пум-пум, пил-пил. Ага, и понеслись. Смотри-ка, понеслись они туда. Ну, я предлагаю здесь... Так, смотри, один пошел по лестнице. Ага. Другой Вон пошел один. За упрями. Не забудь про Влада. А, Влада, здесь у него он с двух точек нас может караулить. Опа. Опа. То есть этот круг сделал, вернулся. Ну да. Оп, сюда пойдет? Ага, не ходит. А только пойдет. Не пойдет. Зараза. Сейчас тут, наверное, возвращаться пойдет уже. Видишь ты? Вот Ока. он. Ага. А может так зеленый? Его потус. Сверху и надо вынести, я думаю. Блин, так неудобно. Давай попробуем. Ой. Эй. Нормально. Теперь главное, чтобы он сюда не пошел. В принципе, даже если он пойдет сюда, я его этой смертельной тенью атакую. Он, Автомат походу, нерабочий. Вот здесь вот проходит еще. Можно попробовать его за вот этой загородкой. Кто проходит? На который наверх поднимается. По-моему, он вообще на месте стоит. А, слушай, он поднялся, и все, и никуда не уходит. Ну да. А вон Влад. Ушел. Ага. То есть здесь у тебя всего два хода есть его. Потом у него две точки. Ого. Этого я не ожидал, что здесь только место. Нормально. Он не поворачивается. Опа. Влад, так, он Влад. С той стороны. Ну да. Так. Ой, он как стоит. А сейчас куда? Да. Вправо или назад? Назад. Так, вот теперь это твой ход. Ай. Ух ты. Кто? Не поняла. Вон он, Влад. То есть он не назад. Вправо ушел, да? Вправо, да. Вот теперь. Пробуй. Пух. И тот идет. Вовремя-то успел. Ну да. То есть, ну, получается, все-таки влево-вправо скачет по очереди или как? Что-то я не пойму. Или он... А, он наоборот. Он, да, он против в часовой. Да-да-да. Понятно. Сложно здесь, он с двух мест сразу нас видит. Ты где? Ага. Окей. То есть у меня всего два... Да? Я тебе только что сказал об этом. Что ты всего два хода, чтобы успеть. Подожди, а где он? Вот сейчас, видимо, сейчас как раз сюда портнется, Андрей. Вот на эту точку. Ну и... Вот он. Слушай, так, нет, он рандомно все-таки... Не рандомно, но он, видимо, сейчас он сюда улетит, потом отсюда он улетит туда. Нет, подожди. Не понял. Либо у него маршрут изменился, либо я чего-то не понимаю.
Смотри, нету. Ха. Ну ладно. Все-таки нет никакого-то определенного маршрута. Ну да. Вон, видишь, опять сюда пришел. Вот он, бесявый типок. Просто жутко бесявый. Я успею вообще там оттащить-то некуда. Коридорчик. Разве что. Блин. Здравствуй. Я только хотел предложить вариант один, и все, и тут. И тут я. И только. Хотел предложить тебе портнуться за тот ящик, который мужик туда уходит. Ага. И за ящик портнуться в ту сторону, которая стоит. И когда он уже обратно пойдет, его врубать со спины. А. Понял, да? О чем я? Не совсем. А че, а тогда? Ну, примерно, но не совсем. Ой-ой-ой, бегают, суетятся, смотри-ка ты. Я просто думал, может воспользоваться пока этой суетой. А, пока не разбежались? Ну да. И не сгруппировались? Где-то там, внизу, я же видел тебя. Вот он, вот он. Вон туда. Хотел выбить. Гад. КПК. Ага. Идет, идет сюда. Ага. Смотри. Найден труп, найден труп, найден труп. Сможешь ты его сейчас? Бачку. Не знаю. Пей. Никого больше нет? Найден труп, найден труп. Да они теперь все трупы будут сейчас находить. Где? Понаклал. Понаклал. Понаклал, да. Че так долго? Жалко моб-то. Ай. Жалко моб-то за это не получаем, то, что вот сейчас так убиваем. Раненый, раненый! Где? Кто? Ты кто? О, он сверху тебя увидел, смотри. Бегай его там. Ну, да. Лизгинку танцует. А, получится как-нибудь его там сбоку сейчас? Куда он идет? Он не идет, он его там приклинил на месте. По-моему, идет уже. Да нет, стоит он. Пока стоит. Сложно сказать. Повернулся. Или нет? А, тут еще один он идет. Ё-моё. Вот я тут муравейник растормошил. Понаклал тут. Ой, идет, идет, смотри. Сейчас он пройдет, ты позади него можешь попробовать приземлиться, смотри. Вот где-нибудь, да. Вот так, да. Да, нормально. Можно даже было еще поближе. Потому что там же еще один стоял. Не вижу, вниз он сейчас. Ой, не тот, по-моему. Да какая разница уже? Тут и так столько поналожено. А где который здесь на балкончике стоял? Он ушел наверх. Значит, вернемся. Надеюсь, подглядывать не будет. Может, и не вернется. Тебя найдем и прикончим! Попробуйте. Чего орать? Найдите сначала. Прям даже не знаю, куда дальше-то топать. Есть идеи? Наверх? Пока нет. Мне пока кажется, они бесполезно. Успокоятся, я думаю. Полегче будет. Я может, думаю, можно просто попробовать. Пока. Можно попробовать это. Да-да-да. Поглядеть, как сейчас вот справа вот здесь толпа была, которая не разруливалась в состоянии спокойствия. А я за Влада вот переживаю очень. А... Вон он. Блин, не знаю, все-таки как-то опасно, их много тут очень. Да, дофига. Я думаю,
попадешь. Но вынести вурдалака было бы очень круто. Потому что... Блин, почему они у нас вурдалаки? Короче, будут вурдалаками. Упыри вурдалаки. Вали, 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 все, бегом. Ой. Круто. Где остальные-то? Но они, не переживай, они сейчас труп найдут, на самом деле, вот этот. А я не переживаю, вот этого упыря. Все, пошел туда. За них-то я как раз не переживаю. Я за тебя переживаю. Ну, минус один упырь. И сколько мы еще вынесли? Меня, по-моему, все равно уже засекали неоднократно. Так что... Я имел в виду вот этот ящик. Вот сюда бы портнулся, тот обратно пошел бы. И вот здесь бы ты его вырубил. А, понятно. Понял? Теперь понял, да. То есть тебе... Ну, короче, проще было бы. Ты пока в это время и отлада был бы закрытый. Согласен. Но я хочу сейчас попробовать... На ту сторону перейти. Ой, а вот спуск, смотри, можно посмотреть, что там. Ну да. Нам надо вон там сигнализацию вырубить. Я хочу сейчас туда порнуться. Но сигнализацию пока не вырубать, а разобраться. В смысле, ты имеешь в виду ультрафиолет или что? Ну, ультрафиолет, да. Я боюсь, что мы ее вырубим, и на нас опять всех собак спустят. И еще думаю, что можно попробовать вот этих вынести. Они вроде стоят рядышком, можно их попробовать отвлечь. И вот так сделать вообще. Влад только вот мешается. Да, он сюда мешается. Блин. Он ушел? Блин, ушел. Ушел, ушел. Ну нифига себе. Но зато меня здесь Влад не увидит. Слушай, так с ним так просто не получится. Как я нифига думал. С тебе, нифига с тебе. Может вынести его просто рывком? Далеко он ходит? А упыри, которые вот тут? Они здесь сидят. Их, я говорю, их можно отвлечь, попробовать убить. Может тогда лучше за ящик он туда перейти? Они увидят меня же, нет? Ну... Или ты имеешь в виду там его и чпокнуть прям? Ну да. Попробовать. Там вроде как блин, бы... Блин, получится, интересно. Давай попробуем. Далековато от них могут не заметить. Ну, я так предполагаю, конечно же. Могут. Ну и где ты там? Идиот. Так, вернулись. Где они все-таки рандомные? Ну да, да, понял меня, да? Ну, вроде. Вот, вот. Хорошо. Да. Ты сверху этот не видит? Ой. Окей. По-моему, он просто сделал вид, что не заметил нас. Ха. А. Там упырь. Смотри, спиной. Что это за место вообще? Не знаю. А еще я знаю, что мы там КПК не взяли один. Ну да, не взяли. Как так же он раздражает своим верчением? Так, ну, раз. В любом случае есть смысл. Сейчас два. Теперь медленно будет разворачиваться. Так. Ломай его. Давай посмотрим, что здесь еще есть. Там еще КПК. А. Подъем. Это ты по кладу походу идешь. На это. Думаешь, прям так? О. Б. Блюменталь. Ой, Д. Блюменталь. Криогеникс Технологис. Предложение сотрудничества. Д.
Дамы и господа, меня зовут... Блюменталь. Блюменталь. Я представляю компанию Cryogenix Technologies. Technologies, короче. Мы ведущая компания на рынке криогенных технологий. Я хотел бы обсудить возможность сотрудничества двух наших компаний. Не могли бы вы связаться со мной по этому вопросу? Мои контактные данные находятся в приложении. С наилучшими пожеланиями, Блюменталь. Cryogenix Technologies, технологии будущего. Испытайте их в настоящем. Что-то спам какой-то, по-моему. Вот-вот. Только хотел то же самое сказать. Спамер. Эй, предлагаю попробовать вот этих двух урдалков вынести, наверное. Попробуй. Не знаю, сейчас даже если в случае не получится, может получится убежать. Да блин, все потом заново перепроходить. А внизу вот здесь что, вода? Или... Ага, нет, понятно. Здесь это... Здесь можно ныкаться, если что, потом. Вообще они там очень хорошо, конечно, сидят. А у меня еще три навыка есть. Может быть, смотри, раз. Вот, не, не хватает. А что я могу сделать хотя бы на три навыка? Я могу... ничего не могу, похоже, сделать на три навыка. Темную хватку можно сделать. Убивает на расстоянии и снижает шум, создаваемый. А здесь еще и труп расщеплять потом третьим. А вот это... Слушай, а вот это темная сила кратковременно оглушает ближайших к цели врагов. Может быть, вот это прокачать? Кратковременно на сколько? Не знаю, можно на этих хмырях проверить. Ну, попробуй. Если все получится, это будет шикарным завершением серии. Тебе все равно поближе надо подойти вон к тому ящику, что ли, я не знаю. Ну портнуться. Да. Прям портнуться? Ну, да я вообще думал к перилам туда подойти. Ну или туда, еще лучше даже. Так. Ты там выбирай так. Билку, будем смотреть. Да. А интересно, ближайшее это на сколько? Не знаю. А где у нас Влад? Хотя Влад он нас не увидит, наверное. Слишком уж. Сейчас как Шурик. Вот. Ну, наверное, дождусь лучше, на всякий случай уж. Ага. Хорошо, хоть голову задирать можно. Ну да. Вроде ушел. Вправо или назад? Ладно. Узнает. Проверяй. Ты выбрала билку? Да. Бей! Круто. Обожаю. Так, ну и все, я не буду пока это чекать. Все, я думаю, хорошее завершение серии. Вообще отличное. В следующей серии, я думаю, мы сначала КПК пойдем возьмем. Просто вообще. Возьмем КПК. Ну да. Все, я надеюсь, вам понравилось. Это было жутко сложно, но мне понравилось, по крайней мере. Надеюсь, вам. Всем спасибо и всем пока. Всем пока.